Я пригласила телевизионных деятелей искусств. Они сейчас приедут. Я их специально пригласила для привидений. И привидение действительно удалось запечатлеть во всей красе. Как и было заявлено, им оказался умный, красивый, в меру упитанный и в полном расцвете сил Карлсон. В современном прочтении его роль исполнил Борис Андронов. Любовь к театру у школьника с малых лет. Ее привили родители, уже опытные деятели актерского мастерства. Именно они поддержали мальчика, когда тот захотел выступать на сцене. Но сложность была такая, то что надо было перенять манеру и какие-то определенные качества, которые присущи только Карлсону, вот к себе. Это вот одна из таких трудностей, сложностей на пути от репетиции к выходу спектакля. Выступление доказывает, со всеми сложностями Борис справился. В этом заслуга и руководителя театрального коллектива Натальи Кирпичевой. Но на сцене женщина известна как Фрекенбок. Роль домоправительницы была выбрана на одной из первых репетиций практически сразу, как появилась идея поучаствовать в конкурсе «Мастер плюс ученик». Я свою работу люблю, когда ты делаешь ее с любовью, ты по ночам не спишь, вспоминаешь текст. И пока ты играешь, ты лучше понимаешь, как тяжело быть актером маленьким детям. Такой формат равных возможностей на сцене – изюминка конкурса театрального мастерства. Преподаватель не просто держит кулачки за своих воспитанников за кулисами, но и сам погружается в атмосферу постановки. Ха! Ты где был? Мы тут немножко с Карлсоном полетали. А пролететь команде «Креатив» пришлось большой путь – от отборочного этапа до финала. До него добрались еще 4 театральных коллектива области. Победителя определит экспертная комиссия. В ее составе артисты молодежного небольшого театров и Ульяновского театра «Кукол». Оценивать будут как целостность представленного спектакля, так и индивидуальность режиссерского решения. Мы ожидаем очень интересное экспертное мнение и даже экспертный разбор тех фрагментов спектаклей для того, чтобы педагоги получили вот эту обратную связь от профессионалов, повысили свое педагогическое мастерство. И в последующем передали его своим воспитанникам. Благодаря этому волна театрального искусства захлестнет еще больше школьных коллективов. Как итог, регион выполнит задачу, поставленную главой Минпросвещения России – организовать к 2024 году в каждой общеобразовательной организации театр. Александра Никитина и Марат Мигдиев. Управда ТВ.